28 квітня у виконкомі відбулася прес-конференція секретаря Слов'янської міської ради Олега Зонтова. Ремонт доріг, підсумки суботників, подорожчання тарифів – ці та інші питання обговорили в ході зустрічі. Детальніше дивіться далі. Хочу выразить свою огромную благодарность всем жителям города, предприятиям, которые приняли активное участие в двухмесячнике по благоустройству города. Действительно, на сегодняшний момент очень много сделано, очень много улиц очищено, зеленых зон. Но, тем не менее, проблемные места остаются и как на въезде в город, так и в его пределах. Поэтому я призываю не прекращать свою деятельность и как со своей стороны, как городских властей, всячески мы поддержку будем оказывать, в том числе и техникой. Ну и в том числе сегодня еще одна примета весны – это ремонт автодорожного покрытия. Наконец-то оно в городе начато. И я думаю, по тому списку, который мы приняли, 38 улиц, мы в большей степени перекроем вот нашу потребность в таком текущем ремонте автодорог. Во многих городах Украины с 1 мая дорожает вода, как в Славянске будет. И как вот перечень, который на Краеку вывесила, там Славянск вроде как входит. Скорее всего, что действительно как бы общие тенденции, мы от этого не уйдем. Есть вопросы по квартплате. Квартплата в 2015 году у нас не поднимается. То есть те вот ЖЭКи 8, которые обслуживают многоквартирный фонд, проведены с ними расчеты, то уровень квартплаты не будет подниматься. Что касается тарифов, ну, вы же видите, да, на свет, на газ, ну, в том числе на воду. Да. Нет, сейчас проходит согласование, ну, там оглашать там высшая планка, совокупность как с водопостачанием, так и с водопонижением, ну, страшно говорить, около 26 гривен. Не определилось со стоимостью воды компания «Вода Донбасс». А это один из основных факторов, которые закладываются в стоимость той воды, которую мы потребляем. Ну да, к сожалению, сейчас, Андрей Николаевич, то есть мы на сегодняшний момент ее получаем по гривне 46, а планируется, что они не просто там в 2-3 раза повысят, а получается в 6 раз, то есть там за 8 гривен. Вот, поэтому, ну я же говорю, сейчас вопрос на согласование. И вот буквально завтра должна была быть расширенная конференция по этому поводу, пока ее отменили, в связи с тем, что Кабмин еще не урегулировал. Но я думаю, в ближайшее время мы будем иметь вот контрольные цифры и будем на что-то выходить, в том числе на согласование. То, что сейчас ситуация достаточно сложная на коллекторе, вот на Полярной, я понимаю, ЧАЭС отчиталась сегодня, что там привлечены специалисты. А вообще существует ли какая-то уже проектно-сметная документация? Ведь проблема действительно не первый год, и может ли Славянск рассчитывать на то, что будут какие-то деньги? Ну, к сожалению, скажем так, вот все те усилия или действия, которые осуществлялись, в том числе и в рамках горводоканала, как это замена водопроводных, канализационных сетей, на поверку оказалось, что две трети, вот все то, что делалось до этого, это пиар-ходы. То есть это было анонсирование каких-то бешеных влияний, поступлений, в том числе экологических денег. Ну, а по факту, вот конкретный факт, по улице Полярной, коллектор. 7 лет проблема не решается. И только сейчас, сегодня, буквально вот на позапрошлой сессии, мы выделили деньги в размере чуть больше 200 тысяч на проектно-сметную документацию. Она на сегодняшний момент готова. То есть осталось только ее экспертизу. Сейчас у нас два пути решения этой проблемы. Или же мы, как вот сейчас регистрируем ее как чрезвычайную ситуацию, тогда мы можем рассчитывать на деньги из областного бюджета, из резервного. Он составляет до 10 миллионов, мы просим 9,5. Участвуем своим резервным фондом, он в нашем бюджете составляет 100 тысяч. Ну, не весь, 90 тысяч. То есть, ну, соизмеримый там 1% от бюджета, это закладывается в резервный фонд. То есть, это один путь. Или же второй путь, если все-таки будет принято решение, возможно, нам выделят экологические деньги как раз на решение, вот, ну, на закрытие работ по этому коллектору. Но там разговор идет, если тут мы
ограничены рамками резервного фонда и пытаемся вложиться в 10 миллионов, то там разговор идет о 13-15 миллионах. Вот сейчас на сегодняшний момент два наиболее таких объективных пути решения этой проблемы. Народ кинулся устанавливать счетчики. Возникает дилемма. То есть, поскольку бесплатную программу, в общем, никто не убрал, как мы выяснили, да, то и существует очередность домов, где будет устанавливать счетчики. Но Горгаз ею не делится, поскольку ну, они лицо заинтересовано, так скажем. Да? А нельзя ли тогда курсовет поделиться очередностью того, как в жилых домах многоэтажных будут устанавливаться счетчики? Ну, программа рассчитана до конца 2017 года. Есть, естественно, график установки. Около 2000 абонентов в этом году должно быть установлено. Буквально накануне этой пресс-конференции мы опять обсуждали с Андреем Николаевичем эту тему. Хочешь сказать об этом? Есть уже, скажем так, согласованный, утвержденный график установки счетчика в 2015 году. Это абсолютно не секретная информация. Если Горгаз ей не делится, ей может поделиться с вами управление жилищно-коммунального хозяйства. И еще хотелось бы, ну, может быть, пользуясь случаем, обратиться к жителям нашего города. Вот буквально сегодня я практически целый час подписывал, ну, у меня создалось такое впечатление, что в полном составе дом по Олимпийской 5 вот, написал ходатайство на имя городского головы о том, чтобы им бесплатно в каждую квартиру отдельно установили газовый счетчик. Я понимаю желание людей, но к сожалению, все желающие не смогут бесплатно получить газовые счетчики в 2015 году. И на сегодняшний момент те категории населения, по которым мы действительно ходатайствуем как городской совет, это прежде всего инвалиды и участники войны, и участники боевых действий. Также семьи, в которых полностью проживают, скажем так, нетрудоспособные инвалиды. Многодетные семьи, то есть семьи, в которых имеются трое и более детей. И семьи военнослужащих, которые на сегодняшний момент проходят службу в зоне боевых действий в АТО. Касаемо финансовой деятельности водоканала, то есть в бюджете Славянска заложено там более 7 миллионов на погашение кредита по Международному банку. Была озвучена информация, что будет ходатайство перед украинскими властями, чтобы, ну, я не знаю, как правильно сказать, переложить этот кредит на государственный бюджет выплату. Рассматриваются некоторые варианты, в том числе, я же говорю, чтобы стабилизировать ситуацию в Горводоканале, а на сегодняшний момент там есть улучшения, и когда меня спрашивают вот по первому кварталу, какие вот вы можете позитив отметить, то я в том числе говорю, что ситуация в Горводоканале более-менее стабилизируется, потому что несмотря на то, что там остается задолженность по заработной плате, то новое руководство, новый менеджмент, он идет по тому пути, который был ему определен, сокращение расходов и повышение доходной части. Плюс мы помогаем из городского бюджета. Вот Финтримка 1,5 миллиона на последней сессии была адресно им направлена. Я думаю, они за 2-3 месяца смогут, ну, 2-3 месяца кредитной задолженности по заработной плате погасить. Еще, конечно, останется 2-3 месяца, но, тем не менее, тенденции к улучшению есть. И в том числе, откуда мы можем черпать деньги на вот эту финпетрыбку, это те деньги, которые мы заложили в бюджете на погашение кредита. К сожалению, сейчас мы его снять с себя не можем, потому что есть определенные юридические нюансы. Но сейчас обращаемся к Минфин, ну минимум мы уже обратились с просьбой отсрочить выплату кредита в связи с тем, что в прошлом году Горводоканал в течение 2-3 месяцев не получал платежи за поставленную воду в связи с проведением антитеррористической операции, ну и вообще как бы ситуация в городе. То есть есть надежда на то, что если мы сможем отсрочить этот платеж, то эти деньги, которые в бюджете были заложены, мы можем направить на финпетрыбку. А также есть надежда на то, вот буквально вчера вернулся один из представителей Горводоканала с командировки во Львов, он как раз изучал там аналогичный опыт, как они сейчас вот с этой проблемой пытаются разобраться, потому что несколько Горводоканалов на Украине получили такие кредиты, и у некоторых тоже вот такая ситуация, как у нас. Також секретар міської ради розповів про питання відновлення будівель у Слов'янську, що були пошкоджені в ході бойових дій. Питання щодо виділення коштів на відновлення об'єктів знаходиться на розгляді. От. І от в течение останніх нескольких місяців я такі відповіді отримую.
Это что касается вот этого проекта по відшкодуванню всех пострадавших. Ну, на самом деле, со своей стороны, я же говорю, по-прежнему мы делаем определенные, предпринимаем определенные усилия, мы работаем с донорскими организациями, заходят стройматериалы, мы также их распределяем, там уже достаточно большие объемы, и плюс те же самые благотворительные организации принимают активное участие в восстановлении. Ну, на сегодняшний момент по факту уже 4 дома практически, ну, 2 дома были сданы, восстановлены еще 2 дома, есть еще проекты там на, ну, скажем так, у нас около 200 семей полностью без жилья. Это я их у нас есть понимание перемещенных лиц внутренние, это которые приезжают в город Славянск. А есть местные внутренние перемещенные. Это около 200 семей, которые потеряли свое жилье. Это в частном секторе около 150 домов и около 40 квартир. Вот, то есть, ну, до 200 семей. И есть вот варианты, что мы будем рассматривать, возможно, действительно создание бригады по восстановлению еще за городской бюджет. И опять же, как вариант, я всегда предлагаю всем воспользоваться тем коммунальным имуществом, которое у нас есть. Это вот общежитие, которое мы готовы безвозмездно предоставлять комнаты, то есть туда могут переселяться, и когда на прием приходят вот люди, потерявшие жилье, мы им всем предлагаем. И на сегодняшний момент вот могу озвучить, что у нас есть так называемое выморочное имущество, это квартиры государственные, которые остались в распоряжении города, то есть там люди умерли или выехали. Вот на сегодняшний момент одна однокомнатная квартира так переоформлена под тимчасовое проживание, и сейчас вот заканчивается процедура по другой. По этим однокомнатным квартирам я обращаюсь вот к этим 200 семьям, которые потеряли жилье. Вы можете обращаться в жилуправление. Это 106-я комната, по-моему, да, 106-я. Вот. И писать заявление, и мы будем рассматривать. Ну, там единственное условие, что люди, которые могут претендовать на это тимчасовое проживание, чтобы их совокупный доход был меньше прожиточного минимума. Ну, то есть это или многодетные, или пенсионеры. То есть вот на сегодняшний момент город может изыскать несколько таких объектов для проживания. И есть частный дом на Артема, тоже это вымороченное имущество, но, к сожалению, туда выезжали, ну как, дом есть, но техническое состояние его плачевное, но все равно можно смотреть. То есть я так думаю, если будут желающие, то можем и туда переселить. Что касается Бульварной 4, тоже вопрос постоянно находится на контроле, постоянно пишу письма, постоянно обращаюсь, в том числе и в в областную администрацию. Почему в областную администрацию? Потому что, ну вот последний ответ. Доцільно додати, що згідно з запропонованим розподілом коштів, як розпоряднику коштів нижчого рівня, об'єкт житловий будинок по вулиці Бульварній 4 міста Слов'янська розподілений департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. Тобто заказчиком робіт там є обласний департамент капстроїтельства. Деньги, які заложені в проєктній смітній, сума коштів на відновлення зазначеного зруйнованого об'єкту складає 4 74 850 гривень. Гривен, то есть 4 миллиона. И деньги, в принципе, выделены на этот объект. Но, к сожалению, вот на счета пока обладминистрации они не заведены. Есть надежда все-таки, если мы их в июне получим, то при наличии уже проектно-сметной документации и экспертизы, то, в принципе, к Новому году мы можем там завершить ремонт. Поэтому, я думаю, эти деньги будут все равно, потому что это в рамках тех 150 миллионов, которые распределяли на Донецкую область, и уже эту постанову, ну, она настолько широко была разрекламирована, и мы эти деньги уже делим, ну, если память не изменяет, с сентября прошлого года, то есть уже больше 7 месяцев, то уже от нее отказываться никто не будет. Поэтому проектно-сметная есть, деньги выделены, осталось только за малым завести на счета. И там не только этот объект, там еще несколько объектов Славянска включены в этот перечень, потому что по нашим вот
предварительным итогам, когда было заседание по распределению этих коштей 150 миллионов, то нам заложено 22 миллиона. Вот по ситуации по Секирожу, когда группа депутатов обращалась поставить вопрос на переголосование, поскольку он был неправильно проголосован. Как у нас сейчас обстоят с этим делом? Ну, сессия, на которой вопрос этот голосовался, у нас пленарное заседание состоялось 20 февраля, если мне не изменяет память. И после этого, дело в том, что, смотрите, согласно процедурам, отмена решения сессионно может быть или в судебном порядке, или прокуратурой. Никакого обращения, не постановы, никакого предписания ни от прокуратуры, ни от, тем более, судебного не было. Было обращение от общественных организаций, но оно было, если вы помните, сделано губернатору и только 20 апреля направлено на мой адрес. Естественно, согласно процедуре, 20 апреля оно было направлено, я его получил и перенаправил для обсуждения на профильную комиссию по регламенту. На сегодняшний момент на пленарном заседании была эта комиссия, добавлены туда депутаты, там не было кворума, то есть она готова собираться и готова будет рассматривать. Но хочу по этому поводу заметить, что ни де юре, ни де факто Ярослав Васильевич к исполнению своих обязанностей не приступал. У меня есть три легитимных зама, среди которых произведено решением исполнительного комитета распределение обязанностей. Это Белозеров Андрей Николаевич, он отвечает за жилищно-коммунальную сферу. Это Воропаев Виктор Николаевич, который отвечает за гуманитарную сферу. И Семаш Дмитрий Викторович, который у нас в том числе курирует вопросы бюджета. Потому что Айдекин Николай Николаевич, тоже будучи представленный прошедшую процедуру согласования на сессию, тоже по факту не приступил де юре к выполнению своих обязанностей. То есть он выступает как консультант, как руководитель, вернее, председатель профильной бюджетной комиссии, он в тому числі і консультує вот эту бюджетную сферу. Розповів Олег Зонтов і про те, чому так і не обрано нового начальника відділу культури Слов'янської міської ради. Так вийшло, що на тих перших двох-трьох собеседаннях наша спільнота виплеснула весь свій пил. І, в частності, по відділу культури. Тоді у нас Тарас Мирошниченко там був один из представителей, и он, собственно говоря, сдал успешно экзамен, но, скорее всего, с тем, что вот такая огласка, я вам откровенно скажу, я сам притормозил этот процесс, потому что, видя такую, скажем так, со стороны определенной части населения негатив, потому что там же разные мнения были. Есть было очень много людей, которые работали с Тарасом, в том числе и в университете, и выступали за его поддержку, но, к сожалению, их голоса потерялись, или были не так звучны и не так громки. На сессии 22 мая будет подниматься вопрос о демонтаже памятника. Сколько планируется выделить у ЖКХ на демонтаж, в случае, если, конечно, горсовет голосует, сколько планируется выделить на демонтаж? В принципе, вот те обращения, в том числе депутатов от КПУ, с просьбой сохранить от вандалов и предохранить от издевательств, то, в принципе, вот наиболее разумное, конечно, было решение его, это его перенос на сохранение там в парк, например, культуры и отдыха с подальше определения его судьбы. Поэтому и подготовлен такой проект решения на сессию. Почему я еще раз подчеркиваю, что моя задача как руководителя города вот конфликтную зону эту разрешить. Поэтому есть варианты, будем решать. Что касается материальной части, то та проектно-сметная, я же ведь разные варианты сразу еще давно, поэтому проектно-сметная давно, она с УКСом подготовлена, ее стоимость 19 тысяч гривен. То есть демонтаж, перенос вместе с понтом, 19 тысяч гривен. 19 тысяч гривен. И я общественным организациям озвучивал эту сумму, и в принципе, если решение будет принято, и, конечно, глупо
взваливать это, опять же, на городской бюджет, поэтому я общественным организациям предлагаю все-таки источники финансирования предоставить, или же, как некоторые общественники говорят, да, мы готовы и технику предоставить, и людей, и, ну, ради бога. Если, опять же, цивилизованное решение будет принято все-таки для того, чтобы снизить эту напряженность, там, перенести его для подальше, пожалуйста, если выступят инициаторы и общественные организации, которые готовы там сделать мемориальный комплекс и готовы компенсировать его стоимость, баланса содержателем является город, вот, пожалуйста, берите. Есть западный музей, который готов заплатить такие деньги, может заплатить, а опять же для, скажем, сторонников и поклонников они могут сделать копию. Прокоментував секретар міської ради і те, як контролюється заборона продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям. Все суб'єкти підприємницької діяльності, які осуществляють торгівлю алкоголем, вони предупреждені. У них знаходяться телефони, в тому числі і воєнні комендатури. І от буквально от в АТБ був свідчителем, тобто воєнослужащий. Ну, крім того, треба учитувати, що зараз є запрет, і якщо ти не в патрулі, то з появлением з вооруженням в місті стрілковим. Тобто тільки при исполнении своих обязанностей патрулирования. А так нельзя тоже находиться в городе с вооружением. И ребята целую тележку нагрузили, там, ну, там слабоалкогольный, но тем не менее им не пробили, завернули, и они без вопросов разгрузили и взяли там пепси, томатный сок и пошли. Вот. И плюс, например, есть, у нас были замечания по магазинчику, который на Славкурорте торгует, Бриз, по-моему, он называется. Мы, да, там были факты продажи, сейчас направлено им от управления торговли предписание, и в городдел тоже направлено, чтобы там усилили контроль. Кстати, в Артемовске, который инцидент был на минувшей неделе, когда с применением стрелкового оружия, то это кафе закрыто и лишено лицензии. То есть тут тоже могут такие вплоть до этого. То есть будут, если запротоколированные случаи продажи, там есть предупреждение, и в том числе будет рассматриваться вопрос об этом. Продвигаются дела с освобождением курорта, так скажем. Сроков пока не ставили. То есть варианты мы подобрали, предоставили. Скорее всего, что связано, понимаете, 95-я же имеет там место постоянной дислокации. Вот, это уже определенная база. Скажем так, ребята воюют, возвращаются туда, проходят определенную, ну, как бы, терапию, в том числе и наличие нормального койко-места. Вот. И поэтому сейчас вот перекидывать их опять в полевые условия на место постоянной дислокации немного некорректно будет. Поэтому ищем, уже рассматриваем и варианты за пределами города, хотя есть задача, что именно в рамках предела нашего. Начиная с выходных увеличилось количество военных, патрулей. Это какая-то перед праздниками повышенная готовность? Вот сейчас одной из основных своих задач я вижу как раз защиту этого мира в Славянске. И поэтому и говорю, мир славянский пришел навсегда, войны здесь не будет. Я верю в это на 100%. Иначе я бы не сидел здесь, не давал бы эту пресс-конференцию. И вообще бы не согласился в октябре, когда вставил вопрос о выборе в моем депутатском корпусе секретарем городского совета. Если бы я в это не верил, я бы не согласился. Так вот, и начинается это с элементарного. Помните, когда была ситуация, мы инспектировали бомбоубежища, а потом выступал МЧС и говорил, надо тревожный чемоданчик, а я говорил, вы обращайте внимание на посторонние предметы, ну и тогда сразу слухи взорвались, вот, то ли наступление. Нет, это обычные меры предосторожности, вот во всем мире так, в любом там метрополитене, любого города, вот, на любой улице, опять же, любого города, если будет оставлен незнакомый предмет, там сразу же люди образуют оцепление, звонят во все возможные службы, потому что, ну, к сожалению, угроза терроризма, она во всем мире, и в том числе в нашем неспокойном регионе.